Да. 852 там написано. Медальки на польке, на полке. Я готова. Так, у меня 21. Не сошлось. Ну да, да. Бюллетени, видимо, не Петровна, когда мы будем считать, посчитывать по кандидатам, то мы уточним эту цифру. Да. Но у нас тоже число получается меньше. Может быть, оно не больше. Значит, я предлагаю сейчас пока вот эти цифры оставить, да? Да. И мы должны с вами отложить, да, Мариса, где президент? Подождите, Курган, да? Так, уберите муниципальные, может, да, вы поняли, сколько у нас национальных? Да, мы можем учесть уже. Так, пожалуйста, вот сюда с муниципалами переселяйтесь. И их пока не трогайте, потому что их мы будем подсчитывать после того, как мы все выясним с президентом. Отвечайте головой, и даже больше. Так, значит, вам слушать. А вот, ничего, какая это. Таблички, значит, мы должны с вами проверить подлинность и действительные или недействительные бюллетени. Что значит недействительный? Он может быть перечеркнут, он может быть пустой, может быть отмечено больше, чем один кандидат. Понимаете? Поэтому вот это очень важно. Значит, мы сейчас, честно, очень прошу пока объяснить.